Так, иначе, значит, насыпает воробушкам, синицам, чтобы могли поклевать. Вон. Еще и семечки им туда сыпет. Приходится кормить воробьев. Все еще холодно. Один год у меня сюда залетали, я сделал так за крышку. Ловить они много поедали воробьи. В общем, сложности ровно 200 воробьев пришлось поймать. Тогда я вижу никакого. Они откуда-то с города летят, а их там тысячи. Я тогда сделал вот такую большую кормушку в виде корыта. И стал эти отходы от голубей сыпать туда им. И отучил, сейчас ни один воробей туда не лезет. А голуби чужие еще залетают. И мне это не во вред. Вот она выгнулась, а? Ну что, они меня видели, наверное, сидят, а? Ой-ой-ой. Да ну. Да паля хорошая, она у меня не зачипированная. Нет. Не зачипированная, да? Большая кошка выросла, настоящая. Вот она пошла. О! Горбачом как. Все, на пипитр села. А может быть не надо садиться-то, а? Ты что? Это, мне помешаешь, наверное, тут? Я заниматься буду сейчас. А? Разреши мне сесть. Надо поискать там что-то интересное. Давай. Ну? Ну, все, ушла. Ладно. Там ничего нету. А. Посмотреть, что у меня тут есть. Что творится на наших ресурсах. Сейчас выступил, я Максиму дал знать, этого Степаненко-то, а он выступил и мне написал, он там из-за Головина, что его там критикуют, и говорит вот как, вот смотрю, один видеоканал, епархиальный, такая же ситуация практически везде, проповеди маститых, идеальных, в слове священников, имеют по 30-50 просмотров. У канала 456 подписчиков, 102 508 просмотров, создан в ноябре 2011 года. Вот смотрю канал 70-летнего, безграмотного старика, без официального религиозного образования и сектанта в кавычках Игнатия Лапкина, создан на год позже, в декабре 2012 года. Более 13 тысяч подписчиков и более 12 миллионов просмотров. Ну, то есть в 1000 раз больше. В 100 раз или сколько тут? 102? Ну да, тут 1000 получает. 13, более 13 тысяч подписчиков, 12. Ну, 100 раз-то это как раз 100 раз будет. Как так? Людям куда более интересен 70-летний старик. 70-летний, да 78 мне. Чем наши священники с семинарским академическим образованием, преподаватели семинарии, епископы? Ответ очень прост. Век невероятного преизбытка информации людей привлекает не просто проповедники с некой правильной информацией-то, а личности с большой буквы, со всеми своими талантами и недостатками, яркие личности, а не поповски серые, но идеальные клоны. С одинаковыми, занудно правильными проповедями. Вообще. Ой. Например, 2 года назад, когда 2 недалеких, не по расстоянию, священника из Томской епархии
Ну, это Дудин Сергей, самый ярый такой оказался, был прямо в друзьях. Ну, и там Самсонов, тоже Алексей. И такой же недалекий, тоже не по расстоянию, миссионер из Тувы. Тулевич или как-то, Дулевич, это такое вот у него есть. Начали критиковать уже упомянутого Игнатия Тихоновича Лапкина, который живет за 500 километров от Томска и никакой деятельности в Томске не ведет. А на меня нападают в другой епархии. Так вот, тогда видеоканал «Сектанта» в кавычках имел около 3000 подписчиков, а сейчас более 13 тысяч подписчиков. К чему привели их корявое обличение старика? Они отвратили от его неординарных видеокастов людей? Они лишь только усилили интерес к этому человеку. Это сегодня он мне прислал, Максим. Это не просто так прислал-то, а он... Ну, я малую часть оттуда это взял. Так, вот он, сайт его. Сторож брату моему. Я, говорит, писал об этом. Вот он, как выглядит его. То, что он делает, Максим, они все вместе не делают. Это надо столько, Максим печатает, это вообще много. А их не сгинули и нигде нет. Чего они нападали-то? Ну что, они на меня нападают, а я на них молиться стал. Молюсь, Господи, не вмени им этого безумия в судный день. Они ничего не знают. Они не видят никакой беды, что все к концу подходит, и они в кучке собрались, благовест, какая-то станция, радиостанция. А мне некогда, у меня времени совсем нету. Так у них что там, люди одно приходит, а другое, это что люди обращаются. Вот которые заходят здесь, это казашка, там, киргизка, все, духовный отец наш. А люди обращаются, из еретиков приходят. А эти еретиков толкают. Сидят, разговаривают. Но если обо мне говорите, и знаете, так, ну, давайте меня. С Америки подключили одного, а меня рядом никак. Да дайте равное время. Ну, тогда будет видно, что вы затрагиваете-то. Где-то серые, бездарности. А почему? Зарытые таланты. Там, где люди боятся... Ну, страх имеют, они ничего не могут добиться. Это нельзя. Это невозможно. Потому что где Дух Господень свобода, Дух Божий носился над водою. Над водою? Носился. Вот он. Почему я не опубликую на проекте к истине Новопашина? Говори. Говори. Да? А... Да? А у меня здесь был следователь из с МВД. Мы все записали, и сейчас, через полчаса будет ролик стоять. У Лены. Прямо у нас в избе засняли. Мы говорим... А? Да тебя не тебя спрашивали они? Кого? Ну а кто тебя спрашивал это? Ну вот и все. Разговор, потому что это только занимается еще пока МВД. Дальше будет прокуратура края, ФСБ. И это не все. От губернатора будет и по репатриации, которая здесь незаконная. Он еще не знает, куда залез, Роман. А я говорю, вы оставьте его, он хороший человек. Только дайте ему документы. Скажите, без гражданства пусть живет. Мы согласны, нам это легче. Так нельзя. Ну нельзя, так ну как-то мы сделали, раз он хочет. Вот так. Уехали. Вот теперь молиться надо. Сейчас мы будем молиться о Романе опять. Заботу дали. А? На снегоходе приехали? А вы заботились, как, что? Я говорю, это не ваша задача. Отсюда дадут указания, они на вертолете прилетят. А то... Президент не такой, земля не та, Российская Федерация там антихристова, там все спросят, как ты здесь, перед выборами-то, если ничего нигде не будет, так там в верхах еще будут знать.
Ну, с Богом, благодарю за сведения. А, Романова увезли. Приехали на снегоходе, а наши думали, батюшка говорил, а как вот, да как ты ехать надо там к этому участковому. Да зачем он тебе участковый, то вы еще в самом деле. Есть выше их, которые... нам и главное, чтобы не были мы обвинены, что мы пригрели человека без гражданства, без прописки, без всего, без регистрации это. Вы дайте нам документ, что это разрешается, и больше нам не надо ничего. Пусть он другого мнения, пусть нас еретиками называют. Вот этого мне же нисколько не хуже. Только вот нам что нужно, чтобы нас не обвинили. Мы-то законопослушные граждане. У нас и паспорта, и зарубежные, и такие, и на НН. Потому что мы не будем воевать с цифрами, с шестерками, там, с НН. Да. Антихриста нет, еще даже храм не построен. А они уже умирают, под землю лезут. От чего? Потому что Бога нет. Где Дух Господень, там свобода, смелость. Праведник смел, как хлеб. А нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Вот и... Роман, ты такой хороший человек. Но я больше склоняюсь, уже почти склонился. Все-таки его там подготовили на Украине, как втереться в доверие, а потом сразу повести на разрушение. Так не может быть настолько дурным человек, чтобы все привести сюда и теперь подняться против и все разрушить. Никак. Это все, видимо, где-то ему оплатят, я так предполагаю. Это никак не годится. Майдан здесь устраивать и всю эту землю тогда российскую кому? Украине отдать надо? Дальше, наверное, допросят его. Вот и все. Сегодня он выстрелил, Игнатий, еретик. Ну что я еретик? Ну, ты сказала, я не еретик. Я исповедую Никел, цареградский символ веры. Я причащаюсь из рук митрополита Алтайского и Барнаульского Сергия Иванникова. У нас прекрасные отношения. Какой я еретик? Что не так? А вот патриарха защищая еретика, он сатанист. Патриарх это такой... Ну и дальше начинает, а масон, не знаю я, зачем мне это знать-то? Вот, и дальше это обвинения, это никакие, там, филиох, вы что, я признаю католиков не еретиками. Ну, патриарх так, и я против патриарха не иду нигде, я могу доказать это. Единоличный человек, который в контейнере сидит и объявляет всю церковь еретиками. Вот Стерлигов может только делать-то. Ну, такой же, если мошенник ты, вас в кучу сатана соберет, чтобы сразу погубить всех. Мы живем свободно, куда бы ни пошли. Мы радуемся. Вот сейчас Костенен за Головина. Я от Головина такую благодарность получил. Еще до этого не было нападок на него. Просто, когда нападки стали, я о нем сказал. Меня больше всего удивляет. Я сказал на собрании. Ролик слова «Головин» не употребляется. Я сказал, они нуждаются. Грозовский там... Зачем он сидит, там обвиняется в каком-то грязном деле? Я ничего не знаю, я о нем ничего не знаю. Почему? Я не хочу знать. Моя задача – молиться. Молиться, чтобы Бог устроил, как? Освободил от наказания Грозовского? Да нет. Я молюсь, чтобы воля Божья поистине воссияла. А ему 14 лет. Я не прошу 12 лет. И не 14, а воля Божья, чтобы исполнилась. Еще тут непонятно. Да будет воля Божья, я молюсь. Да будет воля твоя. И об отце, там, вот здесь, что, ну, Владимир Головин, это о нем, да? Да, вот, у меня есть, где я не согласен был, я высказал, он считает туринское, не туринское, там, эти, ну, португальское, Фатима, что от Бога, это от сатаны явление было. У меня материал, я ему скинул сразу. А он почитает как раз пророка этого, я не почитаю его, почему? Ну, Снебаркульского, Славика, 10-летнего. Отец Владимир посчитает. Это его дело. Я не посчитаю. А что там посчитать? Обман. Вышел какой-то сейчас священник или кто. И говорит, это я о нем книжки-то написал специально. Раскрутку давал. Ничего этого не было. Мать там, Валентина Афанасьевна, там какая-то еще помогает женщина о нем. Нам не об этом надо думать. А как Бога прославить? Прожить жизнь в радости. В радости? В скорбях внутренняя радость. Вот на меня, а Роман еще на кого-то нападает? Нет. А приехал как через меня? Со мной познакомился. Нонсенс абсолютный. Было плохие отношения? Нет, самые хорошие. И я этому, кто приехал-то, вот он сейчас у нас был, его Харченко Павел Николаевич, да? Оперуполномоченный. Вот, МВД России. Поговорили мы с ним. Молоденький совсем.
ну, недавно, наверное, закончил там. Ну и вопросы задавал. И, так вы что хотите? Ничего не хотим, документ нам дать. Чтобы вы дали документ. Документ! Что разрешается быть человеку, не имеющего гражданства, не имеющему там документов, без регистрации, без прописки. Больше нам ничего не надо. Так вы не против? Нет, конечно. Он мне нравится, Роман, очень даже. Такой он хозяйственный, веселый всегда. А здесь это другой человек совершенно. В январе эта метаморфоза прошла у него. Я считаю, это беснование или открытый бунт, который он завез сюда. Я ничего этого не знаю. Просто молюсь о нем ежедневно. И ночью молюсь. А он еретиком вас называет. Ну, вот это вообще мне привисло на воротнике. Нет. Я так же хожу. Так же встречаюсь. Так же молюсь. Мне это, что он там на меня навешивает, никак не идет. Ну. Чем несправедливее будет, тем больше награда. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда. Я недостоин, но меня Бог избрал. Он ни на кого не нападает, а на меня. И не на батюшку, и не на староста, а на меня. Почему? Я более крепкий, более сильный. Так Господь определил, очевидно. Сегодня он выставил роман, этот ролик. Игнатий Лапкин, еретик. Вот зарядите-то. Ну ничего. Я также поел, также пил. Все у меня тоже, что вчера, когда этого ролика не было. А сегодня он только написал. И сразу начались гонения. Сразу же. Я не знал, что он напишет. Не знал, что следователь будет. Не знал, что за ним приедут. Все как надо. Будут решать и другие. И главное, одновременно все началось, как только ролик выставил. Я понимаю так, он перешагнул грань, и за этой грани теперь стрела направлена на него. Господи, дай ему все выдержать. Дай ему, Господи, ума, разума, совести, чтобы не сожженной совестью быть. Я о романе говорю. А о властях, чтобы по правде поступили, по закону. Какому? Божественному. По совести и по законам Российской Федерации. Не по китайским, не по тайландским. Вот так. Богу слава.